обед с неприятным послевкусием. В одном из кафе в поселке Шамиль-Кала произошла драка. Две местные жительницы нанесли побои другим двум посетительницам. Для разбирательства в отдел доставлены подозреваемые две сестры 22 и 30 лет. Они сообщили, что у одной из них есть дочь-подросток, которая накануне повздорила с подругой, после чего в ссору вмешалась мать девочки и отругала ее. Посчитав такой поступок несправедливым, сестры решили выяснить отношения с обидчицей. Между женщинами завязалась потасовка, в результате которой у одной потерпевшей синяк под глазом, у второй – укушенный палец. Полицейские устанавливают достоверность показаний участников инцидента.